Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, с вами как всегда я Дезертир, и мы снова в The Run. Поехали. 139-я позиция. Так, ну давай, Nurture Road. Четыре тысячи километров. Здесь нужно сэкономить время. Понял. Нужно сэкономить, значит сэкономим. В чем проблема? Какая-то машинка у нас слегка приплющенная, ну да ладно. Хорошо, умудрился-то я обойти и не врезаться ни в кого. Какие вы у меня нахальные ребята. Как я погляжу, а? Ну, мы попробуем обойти всех их, при этом затратив как можно меньше времени, оставив как можно больше их позади. Так. Вот там 132-го я вижу. Направляемся прямиком к нему. Чуть-чуть закиси. Не врезаемся в грузовик, это нам нафиг не сдалось. И аккуратненько догонять стараемся. А, черт, я так и знал, что я так сделаю. Все, ладно, прямо разгоняй. Какого? Ладно, все, нормально. Все, не паримся, все хорошо. Все хорошо. Все очень хорошо. По крайней мере, пока. 2 километра, 3 соперника. Ладно, все не очень хорошо, но... В принципе, все хорошо. Сука! Не дал себя спихнуть с дороги, негодяй. И все так хорошо начиналось. Ладно, осталось 2 повтора. Надеюсь, на этот раз там машины не будет. А то это будет прям, ну, совсем печально. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Парниша, ты должен оказаться сзади меня. Парниша, я сказал сзади меня, а не спереди меня. Чувак, ну серьезно, ты твою мать, ты издеваешься. Дескин, ну что ж ты творишь-то? Нет. Ну ладно. Nurture Road, 139 место, 218 км в час максимальная скорость, 653 км я проехал. Использовано повторов 10 штук. 39 минут 59 секунд и 62 миллисекунды на нынешнее прохождение. Итак, поехали! Выиграйте позицию. Здесь нужно сэкономить время. Аж целых 10 штучек. Так, будем экономить время, раз она так попросила. Значит, это действительно нам важно и нужно. Мы постараемся сейчас их обогнать. Надеюсь, тут никого не будет. Ох, как хорошо-то. Ох, как. Хорошо, все хорошо. Ихоу! Привет, ребятки! Пока, ребятки! Так, пока все нормально. Вроде бы. Да, вот там впереди я вижу ребят. Надо их догонять потихоньку. Включаем половину закиси. Дает нам небольшую скорость. Точнее, увеличение этой скорости. Почему-то сзади чувак догоняет. Никак не могу въехать. Че, он такой шустрый, что ли?
где-то срез еще. Должен быть срез. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, прямо. Нужно прямо. Все хорошо. Я сказал, все хорошо. О-о-о-о-о. Ну, лучше так, чем в грузовик вписаться. Все, конечно, сейчас не очень хорошо, но все хорошо, ладно. 2 километра, 2 машины по километру. Машину чисто в теории должно все получиться. Но, мать твою, конечно же, дезертирка вмазывается именно в нужную машину, в которую ни хрена не обязательно было вмазываться. Но я так не могу. Зачем? Обязательно. Ладно, пофиг. Я уж понимаю, что надо переспускать. Итак, поехали. Здесь нужно сэкономить время. Понял. Выиграть 10 позиций. Ну что ж, попробуем это сделать. Да, лучше я вот так вот догоню ребят чутка. Поедем-ка сзади них. И ускоримся. Ах вы негодяи. Так, сколько там? О, быстрый обгон, чистый обгон. Аж X5, ё-моё, нифига, я их успел обогнать всех. Чисто-то. Ускорение, мать учения. Да ладно, чутка. Вписываемся в повороты, вписываемся, еще раз вписываемся. Здесь если отпустить газ, то у машины очень быстро падает скорость. Это ни хрена не круто, но в целом это круто. Ладно. Грязный обгон одного. И, надеюсь, также второго. Третьего. Четвертого и пятого, и еще какого-нибудь там 218-го. Все. 3 километра на обгон одного участника. Я надеюсь, мне на этот раз хватит. Да, я спалился. Я прохожу не первый раз. Это я слегка вырезал. Я, может, потом оставлю. Профессионально. Ладно, ни хрена не профессионально, но главное прошел. Главное то, что прошел. 129-я позиция. 2000 опыта за гонку. 500, превосходно. 150 XP за повторы. Итого, поздравляем, мы получили 13-й уровень. Значок профиля разблокирован. Значок профиля еще один. Еще один. Круто. Ну что ж, продолжить. Маркус Блэквилл. Маркус родом из особой чикагской семьи, дядя которой заправляет у них всех делами и полностью поддерживает Маркуса. Ну а дальше я не успел прочитать. Ну, в общем, суть вы поняли, то, что он там мафиози, все такое. И, в общем, он хочет от нас избавиться. Это главная его задача, по-моему. У нас, кстати, фар нету. Это хреново. Успейте вовремя. Пройдены контрольные точки.
Без фар это будет не очень удобно, не очень круто. Но мы попробуем. Прям пытается нагнетать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Мне что-то с шоссе вынесло слегка. Воу! Тихо! 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 Как-то я криво здесь вписался. Все потому, что это... машина не очень поворотлива. Ну, или просто я косой. Мне лень тормозить еще к тому же. Так, там какая-то авария. Едем дальше. Блин, я обожаю музыку из этой игры, на самом деле она офигенна. Просто в каком-то смысле великолепна. Куда меня заносит? Куда меня заносит? Черт! Трусовик! Ух! Мы справились. Почему мы, не знаю, но мы справились. Так, следующая гонка. Мне вот даже интересно, что это будет за гонка. Поездка в Роквилл. Средняя скорость 222 километра. Пройдено 859 километров. Кстати, в прошлый раз я все проходил на Ниссане. То есть только на нем, потому что он ездит лучше всего здесь. Прям... шикарно просто ездит. Посмотрим. Посмотрим, как себя покажет РС-ка. Насколько помню, вначале их здесь все равно не догонишь, и солнце слепит, так что это все не круто. А еще у нас фары разбиты. Осталось 7 км. Скоро мы выйдем на дорогу, насколько я помню. И там, по-моему, за нами увяжутся менты. Ну или копы, как в полицейском простонародье говорится. Копы сядут нам на хвостик. В принципе, машинка довольно неплохо сейчас начала управляться на грязи. Но ее иногда заносит вот. Просто, то есть, в бок уводит. Что совершенно меня не радует. Разные тачки ведут себя немного по-разному. Не каждый из них ведет себя довольно адекватно, в этой игре особенно. Поэтому все именно так. Да сука, зачем ты так ездишь? Научись ездить, чувак. Не умеешь ездить, не садись за руль. Воу, это еще что за... Не, вот это я точно оставлю. Серьезно. А что это было? Вы сейчас видели, да? То есть он меня чуть-чуть вот ушатал, так слегка в кавычках. Проверьте ваши экраны. В вашу сторону движется крупная гонка. О, вот и копы. Похоже, группа 3-3, код 3.
А вот и копы. Так, нам опять предоставляется возможность проехать и срезать. Виктор 4 прибыл. Ну, не то чтобы прям срезать, но... Нарушитель вернулся. Уху! Это было круто. Нарушитель вернулся, но ненадолго. Оставлю этот нежданчик. Не, ну то есть я ожидал, конечно, нечто подобное, но... Он ушел. Стоп, я знаю, куда он поехал. Ну не чтоб прям вот так вот. Виктор 4 на месте. Снова вижу его. Так, 10-я позиция завоевана. Осталось ее удержать. Можете перекрыть дорогу. Принято, выстраиваем договор. Мне это не нравится. Толкну-ка его. Не надо меня. Перекрытие... Толкать, ребята. Не помогло. Погоня, перевести его на подъездную дорогу. А вот так вот срезал. А, ладно. Благо, ребята меня догоняют, это хреново, но. Терпимо. Главное успеть до финиша, а я успею. В общем, ребят, всем спасибо, с вами был, как всегда, я Дезертир, надеюсь, вам понравилось, смотрите остальные видео, которые тоже скоро выйдут, возможно, завтра, в общем, удачи, приятного просмотра, всем пока-пока.